Сказки взрослыми глазами. Какие они? Татьяна Поздеева, художник со стажем, пишет натюрморты, портреты и пейзажи. Но главная особенность ее творчества – любовь к сказкам. И они отнюдь не для детей. Лешие и русалки, короли и королевы, красная шапочка и серый волк. Сказки знакомы с детства, но по другим ракурсам. Татьяна Поздеева – свободный художник со свободной мыслью. Интерпретирует сюжеты на свой лад. Посетители отмечают тонкую иронию в иллюстрациях Поздеевой. Что когда приходят посетители, и они начинают, у них меняется настроение, глядя на ваши работы, это дорого стоит. Чувство юмора, мастерская работа пером и тушью и, конечно, нестандартный подход делает выставку уникальной. На экспозиции представлено более 60 работ в разных техниках и жанрах. Познакомиться с творениями художницы можно в выставочном зале Междуреченска до 23 декабря.